шарує стекло із душою шарика, а пластик із пластиком. Так само і розрисовують з душою. Передають своє тепло в цей шарик. До кінця наша іграшка робиться вручну. Ви бачили, що вона вручну видувається, вручну серебриться, окунається. Так само ж розрисовується вона також вручну. Это борьба с религией, потому что елка считалась рождественским деревом. И вот оно было запрещено. Но все равно люди все равно наряжали тайно, можно сказать, подпольно елку, старались к Рождеству. И вот чтобы все-таки вывести ее на законные, привести опять на законных основаниях ее в дома культуры и школы, решили, что эта елка из рождественского дерева превратится в новогоднюю. Это случилось в 1935 году. На елку они тут очень так вдало поместились, яскраві баньки. Тут же, как в минулом столетии, они же стали более доступными. Це традиція прикрашання вогню. Це що, це студія? Так, студія Квірінгу, яка працює в центрі позашкільної освіти. Введение искусства стеклодувов. На смену ангелам, балеринкам, которые в XIX веке пользовались популярностью, пришли фигурки детей советских, сюжетов из сказок, из литературных произведений. Это и пушкинские сказки, это и сказки других авторов. Все это было на елке. Теперь достижения Советского Союза, достижения страны тоже отображались в елочных игрушках. Это космонавты, это покорители космоса, потом дирижабли, вертолеты. Все то, что страна чем гордилась, все это отражалось. Ой, как же я рада!